Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. С вами программа «Каверзы». Каверзные вопросы. Сегодня, в понедельник, 27 марта, я задавал директору муниципального хлебозавода «Мел-3» Елене Будановой. Чуть более года ее назначили на эту должность. Было объявлено о том, что хлебозавод будет акционерным обществом. Многие предрекали, что он канет в лету вслед за своим собратом хлебозаводом номер один. Но по состоянию на 27 марта такое не случилось. Я там побывал. И знаете, после этого вернулся с оптимистичным настроением. Во времени я здесь уже второй год. В декабре месяце исполнился один год, 2 декабря. Уже получается еще декабрь, январь, февраль, март. То есть полный цикл годичный уже завершен. Мероприятий, конечно, очень много произошло за год. Наверное, следует начать с того, что завершились наши взаимоотношения с территорией Соборная 18. Это площадка, на которой располагался присоединенный хлебозавод номер один. Тема, которая для всех острая, острая до сих пор. И следует сказать, что оборудование, которое нам досталось с площадки Соборной 18, используется в производственном процессе. Очень много сотрудников, работавших ранее на хлебозаводе номер один, сейчас являются сотрудниками нашего предприятия. Традиции, которые вот на хлебозаводе, лично я сам, я всегда покупал тот хлеб. Ну, не помню, как он назывался, была палаточка около торгового городка. Я покупал вот тот черный хлеб, и сейчас вот дарницкий, повод у нас какой встречи, дарницкий хлеб стал победителем. Может быть, вот основа как раз это сотрудники, это традиции, это рецептура, они с собой принесли. Все-таки много механики, но человеческие души, руки ничем не заменишь. Человеческие души и руки – это, собственно говоря, та основа, которая у нас здесь вот на предприятии позволяет предприятию жить. Однозначно, сотрудники, которые и в том числе как раз вот на Дарницком, они и работают на этой линии, и дрожжеводы, ну, в общем, очень много людей, которые ранее работали на хлебозаводе номер один, они продолжают трудиться здесь. Хлеб Дарницкий, он был и есть всему глава. На хлебозаводе номер один хлеб Дарницкий, он мне самой очень нравился, и я всегда его приобретала в палатке, точно так же в такой же палатке. Он немножко отличался по закваскам. Там использовалась технология заквасок густых, у нас жидких. И на самом деле сама по себе технология заквасок, она тоже влияет на изготовление хлеба. У нас закваски поддерживаются, обновляются. Мы приобретаем новые стада бактерий и жесткий лабораторный контроль. Дело в том, что время протекания процесса для того, чтобы испечь наш хлеб дарницкий, составляет практически сутки. От поступления заказа в производство наращиваются сначала объем необходимых заквасок, и только потом уже из них выпекаются наш замечательный хлеб. Вообще, об ассортименте. Какой ассортимент используется в продаже? Мы ассортимент не меняли. Вот даже небольшой такой слоган, который выбрали себе «Все гениальное просто» по ГОСТу, мы его на рекламных пакетиках немножечко пропечатали. ГОСТовские рецептуры, которые у нас используются в производстве, мы от них не отходим. Не отходим и жестко контролируем качество поступающей муки. Иногда, когда вот даже сразу индикатор, когда люди замечают что-то не так с хлебом и начинаются звонки, бывает такое.
Это бывает обычно на всплесках, когда идет новая мука, когда мы меняем поставщика. Допустим, был один поставщик, мы все пытаемся торговать по 223 федеральному закону у нас закупки. И по муке тоже, но, к сожалению, поставщики муки, они не спешат выходить и фиксировать цены в закупках таким образом. Сразу, как только что-то не так с мукой, это сразу сказывается на качестве хлеба. И дарницкого, и хлеба, который нарезной, окский, из высших сортов муки. Кстати, вот по хлебу окский мы модернизировали одну из печей для того, чтобы возобновить выпуск батона окский, который выпускался на первом хлебозаводе. У нас это получилось, поэтому приобретайте хлеб окский, он такой же вкусный. Ну, это очень нормально придумал, все гениально просто по ГОСТу кто-то придумал, да? Но, тем не менее, о технологиях. Технологии, вы знаете, есть там дедовские, есть современные. Многие люди жалуются на то, что многие люди жалуются, особенно люди старшего и среднего возраста, жалуются, которые помнят, какой был хлеб, и не жалуются, что какой-то он не такой, вот он как бы надутый. Вот об этом, о технологиях. Вы какие? Или все-таки вот это пекарское или пекарное дело, оно не стоит на месте, и все время движение есть. Вот об этом. Есть движение. Это движение было очень заметно вот на той выставке и в том конкурсе, в котором мы принимали участие. Конкурс был направлен как раз на новые технологии хлебопечения в том числе, потому что действительно все не стоит на месте. Потребитель, он также диктует свой запрос. Есть очень большой запрос на хлеба, которые вот ремесленные, так называемые. Есть хлеба, которые... Ну, а-ля Европа, да, чиабатты и прочие, вот надутый хлеб, как вы назвали. И, ну, они имеют своего покупателя. По поводу того, что сейчас, конечно, хотят хлеб, чтобы был с долгим сроком хранения, запрос такой, в том числе от федеральных сетей, да. Хлеб, который можно разрезать на кусочки, хранить в морозилочке, размораживать большими кусками, но на самом деле любой хлеб можно заморозить и размораживать. Хотя наш хлеб, который вот мы печем, он как раз относится к категории, федеральные сети называют его категория фреш, свежий товар. Хлеб является хлебом недлительного хранения. Ну, мы все привыкли есть свежий хлеб. И, собственно говоря, на эту категорию потребителей наш продукт и нацелен. Мы не меняли. Почему не меняли? Потому что у нас само по себе оборудование, которое мы имеем в наличии, оно диктует определенные, ну, возможности. И для того, чтобы переходить на другие хлеба, ну, во-первых, это требуется очень серьезная модернизация. Во-вторых, круг потребителей тоже, мы не частная пекарня, не маленькая пекаренка. И ремесленные хлеба мы можем ввести в ассортимент в малом количестве, но это сейчас немножечко не то направление, которое требуется заводу. Завод, он и есть завод. Каждое утро по 700, порядка 700 контрагентов у нас ежедневно выезжает хлеб. 22 машины, полностью битком забитые по несколько рейсов. Социальные учреждения города, нам пришлось очень серьезно побороться за больницы. В торгах за обеспечение учреждений здравоохранения мы, конечно, можно считать, что демпинговали в ценах, снижали значительно стоимость реализации. Но мы понимаем, что наши граждане, ну, едят здоровый хлеб. Это так. Дети в детских садах любят этот хлеб и кушают его. У меня тоже есть маленький ребенок, он очень любит просто хлеб. И многие дети едят просто хлеб. И в школах это тоже одна из таких серьезных направлений. Это потребление, вот, кормление наших детей. Мы точно знаем, что из чего у нас... печется наш хлеб. Он точно по ГОСТу. Мы не имеем такой ни технической, ни финансовой, ни какой-то
коммерческой возможности добавлять улучшители и прочие ингредиенты дополнительные в хлеба. У нас есть дополнительные ингредиенты, обогащающие для детского питания. Да, мы выпускаем обогащенные хлеба, это хлеб здоровья и хлеб рябинушка для детского питания. Это да, обязательно. А все остальное мы придерживаемся традиций, качества, которые все-таки, я считаю, с советских времен. Вот как завод с 1958 года, рождение завода, это все-таки глубоко советское время. И я бы даже сказала, что сам завод построен вокруг печи для производства дарницкого хлеба. У нас всего две линии. Сейчас вот на одной из них происходит выпуск хлеба, вторую мы активно завершаем ее восстановление, потому что она была много лет остановлена, много лет назад была остановлена и использовалась как донор для каких-то запасных частей. Ну вот сейчас почти на финише. Выход, запуск второй линии. Вопрос личный вам, персональный. Можете не отвечать. Год с небольшим назад вы были начальником управления капитального строительства. Сейчас вы говорите, и у меня такое ощущение, что вы, ну, как минимум десяток лет проработали в хлебопекарном производстве. Какие у вас проблемы и пути их решения? Вы, как директор, видите? Проблем, как всегда, много. Они вокруг нас. Пути... Но самые важные. У нас всегда кадровый голод. Всегда кадровый голод. Потому что все-таки кадровый состав – это такие, знаете, люди с закалкой, которые давно и много лет работают. Многие из них уже пенсионеры. И это именно та категория, на которой на самом деле мы держимся. Потому что новые приходящие кадры, для того, чтобы их удержать, конечно, всем хочется каких-то быстрых денег. А здесь тяжелый труд на производстве, тяжелый труд у пекарей. Это действительно очень тяжелый труд. И люди, которые любят свое дело, вот они у нас, собственно говоря, и работают. Есть постоянная текучка, есть постоянный недостаток именно в людских ресурсах. Это самое главное, что нам нужно. Второе – это, естественно, финансы. Но финансы – это то, что мы сами можем, должны и обязаны заработать. Вот как потопаешь, так и полопаешь. У нас на Руси не зря поговорка. Поэтому хотим лучше, значит, лучше печем, лучше продаем, быстрее довозим. Мы вот добавили себе больницы, я уже сказала, да, и добавили сеть «Магнит». Мы очень хотим больше ассортимент поставлять. Кстати, в сеть «Магнит» мы поставляем именно дарницкий хлеб. Вот, хотим расширять ассортимент, это непросто. И все-таки индикатор вот наш, да, то, что людям нравится наша продукция. Постепенно из проблем нам необходимо реорганизовать немножечко свою сеть. Вот, сеть наша, внутрифирменная сеть, которая на сегодня состоит из 20 с небольшим точек, она, конечно, требует. Но мы немножко отложили этот момент, пока не завершим процедуру реорганизации в акционерное общество. Много вопросов, вот я ждал этой фразы. Много ходит всяких разных слухов, что муниципальный завод станет частным, что... Ну, неправда, неправда. Конечно, это неправда, никаким частным муниципальный завод не станет. Законодательство не стоит на каком-то одном уровне, да. Оно предполагает некое движение вперед. И вот тот федеральный закон, в соответствии с которым все предприятия, которые работают на конкурентных рынках, они подлежат реорганизации либо в общество с ограниченной ответственностью, либо в акционерное общество, либо в другие организационно-правовые формы, они просто, значит, выполняют потребность времени для освобождения муниципалитетов от тех функций, которые им не возложены. Да? Это немножко не профиль муниципалитета вот, заниматься конкурентными рынками. Но именно муниципальное образование, наш вот город Рязань, городской округ, будет нашим единственным акционером. Соответственно, как мы были муниципальным заводом, так мы и будем де юре принадлежать городу. У нас не будет никакого другого акционера, кроме как наш город. И все требования, все формы, они, даже я не сказала, что сохранятся, они еще жестче становятся, потому что
кроме контроля как за муниципальными предприятиями, добавляется еще и вот все, что касается акционерных обществ. Там и совет директоров. Если был просто директор муниципального предприятия, то теперь у нас будет не только единоличный, но и коллегиальный орган управления в обществе, когда мы станем обществом. Соответственно, будет и генеральный директор, и совет директоров, и общее собрание акционеров, которое, по сути, выполняет Рязанская городская дума. Поэтому я считаю, что глубже как раз будет проникать и депутатский контроль, и контроль органа местного самоуправления в лице назначенных членов совета директоров. Потому что здесь вот, ну, а нам скрывать нечего. Вот все, что у нас есть, мы сейчас стараемся использовать исключительно в свою пользу. Ну, вплоть до того, что расчищаем какие-то старые склады мебели. Да? Ну, вот все, что есть у нас, ну, поменяли, я не знаю, все. Вот буквально какой-то, вот вы видите, у нас тут винтажные стулья, но у меня тут тоже мебель, наверное, 58-го года, и также в каждом отделе. Вот где-то мы подсобрали серенькую мебель по цветам, да, где-то бежевую, где-то коричневую, и буквально, может быть, заметили, у нас на входе появился колобок, некоторое сказочное изделие, которое прикатилось к нам, ну, для того, чтобы хоть как-то минимальными способами радовать своих сотрудников, чтобы люди шли на работу, и им было приятно сюда идти. Чтобы, ну, душа раскрывалась, потому что вот никогда финансовая мотивация, она не была настолько сильна, как вот маленькие ростки патриотизма, их надо взращивать. Вот мы пытаемся их взращивать, и даже в тех новых наших сотрудниках, которые приходят, у нас, кстати, есть молодежь. У нас есть молодежь, которая ведет нашу группу ВКонтакте. У нас есть молодежь, которая организует конкурсы. Мы сотрудничаем с радиоканалами. Мы стараемся делать конкурсы там, новогодние игрушки, детского рисунка. И растет наш вот потихонечку наша группа в социальных сетях, чтобы все-таки было как-то всем понятно. Ну, мы здесь, на территории города, и это наш первый потребитель, которого мы очень любим, наши горожане. В чем успех вот этого дарвинского хлеба, который завоевал первое место на выставке? Ну, на всех заводах делают дарвинский хлеб. А хоп, хлебзавод номер 3, наверное, денег занесли. Потому что у нас соблюдаются все технологические процессы. Используем мы в производстве дарвинского хлеба жидкие закваски. Это специально выведенные штаммы молочнокислых бактерий и дрожжей. Мы их питаем, выращиваем, а потом используем при производстве хлеба дарвинского. Именно закваски дают уникальный вкус и аромат этому хлебу. То есть дрожжи не используются? Дрожжи используются. В самих заквасках тоже есть дрожжи, дрожжевые клетки, только они вот определенного штамма. И вот так вот, смотрите, когда пишут бездрожжевой хлеб, говорят, бездрожжевого хлеба не бывает. Без содержания прессованных дрожжей. То есть даже в заквасках существуют микроорганизмы, даже вокруг нас летают дрожжевые клетки, только они являются не культурными клетками. Вот. А в заквасках используются специализированные сахаромицы с церевизией, выращенные в НИИ хлебопечения России, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Используется ленинградская схема, а дрожжи выращены в Санкт-Петербурге. Мы до сих пор с ними сотрудничаем, получаем от них чистые культуры. Эти чистые культуры выводим в производственных масштабах и используем при производстве хлеба. От момента подачи питания в закваске в маточник до рабочего состояния закваски проходит порядка 4 часов. Иногда это бывает чуть меньше, чуть больше, но 4 часа они в любом случае выдерживают. В этот момент происходит накопление кислот, вкусоароматических веществ, и образуется подъемная сила. Закваска входит в активную фазу и готова поступать на производство для замеса теста. С
Смотрите, но вы же не только вот контролируете и закваску, вы же как технолог, главный технолог, контролируете сам процесс. Дальше что происходит? Затем происходит замес теста. Закваска перекачивается в тестомесильное отделение. Помимо... То есть вот этот шум за вашей спиной, это тесто месяц? Да, это месяц теста. Затем происходит подача остальных компонентов. При производстве даркинского хлеба используется ржаная мука, пшеничная мука, то есть их смесь, солевой раствор и закваски. Технолог – это химик. Скажите, вот этот хлеб дарницкий, его полезно кушать? Конечно. Именно уникальность того, что хлеб производится в несколько стадий, то, что происходит брожение закваски, а при брожении происходит ферментация. То есть можно сказать, что пищеварение начинается с момента брожения закваски. Вот. Происходит ферментация при брожении закваски, при брожении теста впоследствии, потому что после того, как тесто замесили, оно еще в течение часа-полутора бродит, и только потом поступает на разделку. После разделки поступает в расстойку. Там также продолжаются процессы ферментации, увеличивается объем. Хлебушек начинает увеличивать свой объем и принимать форму готового изделия. Расстойка происходит также в течение часа-полутора часов. И затем хлеб поступает в печь. Выпекается в течение часа. И получаем готовый дарницкий, формовой, вкусный, ароматный наш любимый хлеб. Смотрите, вопрос опять как к химику. Говорят, что полезно кушать подсушенный хлеб, да. Сухой, да? Это да, правильно? Да. Свежий хлеб не является полезным. То есть даже в процессе того, как хлеб испекся, потом он еще остывает, продолжает протекать различные процессы. Вот. И для нашего организма лучше, когда хлебушек в течение там, нескольких часов остыл, отстоялся, выстоялся, скажем так. Ну что ж, на этом пока все. В середине недели 29 марта. Городская среда с ее последними трендами 7 ушедших дней. Надеюсь, мы все-таки услышим рассказ о состоянии ливневой канализации в городе Рязани. Всего доброго, даст Бог, увидимся.